Раннее утро. Утреннее солнышко и балдёж. Вот так мы слушаем кукушку с утра. Ну что, с добрым утром. У меня утренний кофе. И утро у нас уже жаркое, июльское. После наших дождей. Но я все равно утром на воздушке. Хотя уже, знаете, когда прекращаются дожди, то начинается утро уж, я бы сказала, слишком жаркое. Ну, июль, друзья, июль. Поэтому, конечно, с утра еще прохлаждаемся. Ну вот, Чижик уже, конечно, уже тяжело дышит, потому что солнце поднимается и наступает жара. Поэтому, конечно, многие проводят свои дни на море. Но мы сегодня останемся дома, потому что у нас есть кое-какие дела. И кое-что мне нужно еще приготовить. Поэтому мы сегодня дома. У нас жаркий солнечный день начинается. Ну и, конечно же, мы этому рады, потому что зимой мы воем, что нету солнца, а приходит лето, нам его оказывается слишком много. Нам не угодишь. Но я думаю, что все равно нужно радоваться наступившему дню, солнцу, природе. Красота! Вот кто качается в цветах, балдеет. Ну что, пахнут цветочки. Красавчик. Чижик травку поедает. Самолет летит. Небо голубое сегодня. Наступил новый день. Доброе утро всем. Доброе утро. Да. Красота. Сегодня солнечная погода. Цветы цветут. Птички чирикают. Кукушка кукует. Да. Отлично. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. А я сегодня буду готовить печеные овощи. Вот такие красивые перцы, огромнейший баклажан и, конечно же, в духовочку. Духовочка уже разогрелась. И вперед! Попечем с чесночком. Будет супер! Пока у меня там пекутся овощи, я сделаю такую зажарочку к печеным овощам. Нарежу лучка, в том числе и молодого. У нас уже молодой лук вот такой вот хороший, сочный. И, конечно же, отправлю это все на сковородочку. У меня там уже сковородочка нагрелась. На растительном масле обжарю лук. Я его режу без даже немножко себя. Обжарим лук. И еще я туда порежу. Когда лук немного...
немножко обжарится. Порежу помидорчик вот такой вот красивый. Можно два, кто как любит. Ну, я, конечно, стараюсь шкурочку содрать, если это возможно. Но можно и со шкуркой, это не проблема. Вот, но лучше, конечно, без нее. А еще, кто любит совсем, чтобы не было шкурочки, можно отдать кипяточком помидор, снять шкурочку, и будет одна мякоть. Вот таким образом я порежу и отправляю уже поджаренный немного лучок. Посолить, поперчить, и потом в конце добавлю чесночок. Вот такая вкуснота получается. И, конечно же, перчик. Перчик обязательно поперчить. Слегка. Ну, кто как любит. Ну и, конечно, солим. И, естественно, чесночок. Чесночок, кстати, выдавливаем, когда уже плита выключена. Вот таким образом добавляем чесночок, и получается вот такая вкусная заправочка к нашим овощам. Ах, ароматная, вкусная, супер! Испеклись мои овощи, такие красивые, зажаренные. И сейчас я буду снимать корочку. Она очень легко снимается. Посмотрите. Ах, ну еще немножко горячая, но все равно шкурочка снимается. И сейчас оставим одну мякоть. И я продолжу с вот этим вот блюдом. Какая прелесть! Какой баклажанчик аппетитный! Просто бомба. Ну вот я освободила от корочки и баклажан, и перцы. Ну и, конечно же, нашу заправку мы выливаем сюда. И это будет божественное блюдо. Ой, пахнет чесночком, болгарским перчиком, баклажанчиком. Ай, вот так вот мы распределим. Оставим на некоторое время, чтобы все ингредиенты и все вкусы соединились. Ну и, конечно же, украшаем листиками мяты, листиками базилика. Ну, кто любит. И, конечно, это просто... просто божественно. Это очень вкусно. Попробуйте. Ну и, конечно, кому нравится, ставьте лайки. Ну и, конечно же, это не все, что я сегодня приготовила. Конечно, я еще много чего готовила при кондиционере. Ну и покажу вам, конечно, только конечный результат. Вот такие вкусняшечки. Это пирожки. Это, конечно же, чебуреки. Чебуреки. Сейчас мы будем снимать пробу. Ну что, дорогой, получи ты. Ох, так. Вкусняшки. Так, ну и, конечно же, я. Снимаю пробу. Но сначала я. Ах, ах, ах. Это очень вкусно. Да. Я еще люблю, кроме мяса, и тесто очень люблю. Такое. Потому что оно здесь очень вкусное. Оно пропитано. Да. Очень. Ну и потом, конечно же, на десерт будут у нас пирожки с яблоком и с клубникой. А пока наслаждаемся чебуреками. Приятного аппетита всем, кто за столом, кто с нами. Ну, а на сегодня все. Не забывайте ставить лайки. И пока-пока!